Всем привет! Меня зовут Марина. Я очень рада вас видеть на своем канале Позитив ММ. Привет моим подписчикам и гостям канала! Сегодня мы приготовим три эффективные и невероятно полезные для нашей кожи маски из огурца. Помимо того, что маски из огурца придают нашей коже гладкость и здоровый вид, борются с преждевременным старением и морщинами, они также всегда помогают при пигментных пятнах и веснушках на лице. Но следует помнить, что как бы ни был полезен огурец, эффективное средство может получиться только из натуральных продуктов. Поэтому не стоит приобретать овощи не в сезон или в супермаркетах. В этом случае полезных веществ в них может совсем не оказаться. Большую пользу принесут огурцы, сорванные с собственного или хотя бы с проверенного огорода. Переходим к нашим маскам. Сегодня я покажу вам три варианта отбеливающих масок для лица с огурцом для разного типа кожи. Натираем огурец на мелкой терке. Берем 2 столовые ложки мякоти. Добавляем 1 столовую ложку сметаны. Все тщательно перемешиваем. Наносим смесь на лицо и оставляем на 15 минут. Потом смываем теплой водой. Делать такую маску нужно 2 раза в неделю в течение пары месяцев. Результат вас очень порадует. Кожа станет более нежной, бархатистой, тон лица ровным, однородным, а пигментные пятна менее заметными. Натираем огурец на мелкой терке, берем 2 столовые ложки мякоти, добавляем 1 яичный белок и 1 столовую ложку измельченных овсяных хлопьев. Все тщательно перемешиваем, наносим на пигментированные участки кожи. При необходимости можно нанести эту маску и на все лицо. Оставляем на 15 минут, затем смываем прохладной водой. Процедуру следует выполнять через день в течение месяца. Берем 1 столовую ложку натертого на мелкой терке огурца, добавляем 1 чайную ложку меда и 1 чайную ложку лимонного сока. Все перемешиваем, наносим на все лицо на 10 минут, затем смываем водой комнатной температуры. Делать такие маски нужно 2 раза в неделю в течение 1-2 месяцев. Они придадут тонус и бодрость усталой коже, осветлят пигментные пятна и веснушки, сделают тон кожи более ровным и красивым. Вот такие 3 эффективные и абсолютно безопасные маски из огурца для разного типа кожи я вам сегодня хотела показать. Скоро на наших огородах появятся собственные свежие огурчики, а у многих уже наверняка появились, и мы сможем провести курс этих потрясающих, натуральных и очень эффективных масок. Если это видео было для вас полезным, поддержите меня своими оценками, подписывайтесь на мой канал Позитив ММ. Пока-пока, до новых встреч!